охранял оборудование стоимостью 5 миллионов долларов! А сейчас вы просто не могли меня спасти! К сожалению, отцепилась. Видели, это была 50-ка. Ё-моё, это была 50-ка, дорогие друзья. Ой, ужас. Это капец. Если честно, это капец. Ладно, сейчас я натяну 50-ку и продолжу. Просто шикарно. Сейчас я посмотрю, что с этого вышло. Но это просто невообразимо. Жалко, что соточкой так и не получилось, потому что у меня еще запасочки, но просто нет. Просто нет, дорогие мои. Пока! Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой Земля. Куба, любовь моя. И... там на метров 80 стрельнул, да? Ну, вот так вот, как постреляем, друзья. С вытянутой руки или, я думаю, надо так и сделать. А-бу! А-бу! Знаете, вот в чем фишка? Вот чем больше ты стреляешь, вот эта вот тупость там с пистолета, хочется больше, больше, это вот как какое-то повение, да, как вот это дело, да? И вот хочется много, 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 и хочется потом, чтобы магазин был бесконечный просто, черт подери. Пока! Сегодня у нас самый знаменитый пистолет-пулемет мира. УЗИ. О нем знает даже ребенок. Начнем наше шоу. Скорострельность здесь колоссальная. Ё-моё, вы видели, что значит слабо держать этот пистолет-пулемет? Он просто у меня улетел назад. Капец, просто капец. Жесть. Блин, конечно, какие-то игры проводить с этим пистолет-пулеметом просто шикардос. Ах, да, ну чувствуется, что помедленнее, блин, шикарно, просто шикарно. Пока! Оружие номер два в СССР и самый любимый пистолет всех бригадных генералов и других авторитетных силовиков. Начнем наше шоу! Оп. Попробуем на автоматике. Шикарно, шикарно, товарищи! Просто шикарно! Бой. Да ё-моё, это реально? Это реально шикарно, ребята. Это просто шикарно, столько патронов. Будем. Хорошо. Теперь попробуем на автоматике. Красиво. Это реально красиво, друзья. С любовью. Пока!